Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. На всех этапах развития нашей страны служба участковых занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. За 10 месяцев текущего года участковыми Северского района раскрыто 190 преступлений, составлено около 1000 протоколов об административных правонарушениях и рассмотрено почти 12 тысяч сообщений и заявлений граждан. Работа нелегкая, приходится иногда задерживаться и допоздна. Работать с лицами, состоящими на профилактическом учете, где-то выезжать на семейные скандалы, там, на бытовые ссоры. Участковые – главное связующее звено полиции с населением. Именно они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Занимаются профилактикой в бытовой преступности, детской безнадзорности, алкоголизма и наркомании.